Здравствуйте! Если у вас белая каменная столешница, это, конечно, очень красиво, но доставляет массу неудобств, потому что остаются темные пятна и всякие разные разводы могут быть, поэтому раз в неделю приходится хорошо убирать. Я использую вот такое средство Санфор. Можно использовать любое другое средство, в котором находится белизна. Не бойтесь, что это агрессивное средство. Просто наносите его на поверхность аккуратно и оставляете на 3 минутки буквально. Сейчас проведем с вами такой эксперимент. Итак, мы покрываем полностью поверхность столешницы белой. Вот видите, у нас здесь пятно, наверное, от кофе или от чего. Мы сейчас его затрем и оставим на 3 минутки до полного высыхания средства. Затем его сполоснем. Так, средство волшебное, конечно, уже на глазах начинает таять наш кружочек от стакана из-под кофе. Так, встретимся через 3 минутки. Итак, прошло 3 минутки. Помните, здесь было пятно? Вот здесь вот пятно. Кружочек такой от кофе, наверное, стаканчик. Он исчез. Мы его сейчас, эту поверхность, протираем чистой проточной водой. И красота! У нас белейшая столешница. Этот лайфхак действителен. Действительно прошел хорошую проверку. Также я его использую для мытья подоконников, если какое-то пятнышко на пластике, но тоже очень хорошо отмывает. Итак, большое спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.